Hello, my brothers, my sisters, my blood. Welcome back. New reaction for Shaman. And we have the song Father with Egor. And this is on that TV show Songs from the Whole Heart. I know the show because I did some reactions in the past. I know that also Shaman was here invited in the past. Because it's a very long video. I won't pause it, I will talk over. And of course, this is on the channel Huliganka. You'll have the link in the description. I hope that you will go and subscribe to her channel. Еще раз всем добрый воскресный вечер. Ваше любимое народное шоу «Песни от всей души» продолжает свою работу. И хочу напомнить вам фрагмент эфира, который был 9 мая. Тогда наша программа была посвящена Дню Великой Победы. И всем запомнилось выступление Егора Бахарева на той передаче. Внимание. А на войне, как на войне, водка, маховка в цене. А на войне, их труд. А сам стреляй, а то убьют. Ты еще выложил вот такой коллаж. Расскажи, кто на этом коллаже. Справа это мой отец. Его, к сожалению, не стало. Контузию, он попал в госпиталь. Где я скончался? Вы знаете, меня очень тронула история Егора. И скажи, пожалуйста, по отчеству еще раз. Егор? Викторович. Егор Викторович, я хочу к вам обратиться официально. Что вы скажете на то, если я специально для нас с вами запишу, спродюсирую песню, это будет наш с вами дуэт? Классно. Классно. Закрепим. Молодец. И спустя полгода сегодня Шаман в нашей студии вместе с Егором Бахаревым. Шаман сдержал свое слово, и сейчас вы услышите премьеру песни «Отец». Тимур! I know him now very well from the Music Together project, which is an amazing project. I already know the song «Father», and this is always very emotional. And I'm happy that Shaman did this song with Egor. Нам трудно порой понять, что велено нам судьбой, и мы остаемся ждать между светом и тьмой. Я так бы хотел сказать, что чувствую всей душой. Я сердцем с тобой сейчас, знаю, ты мой герой. Твои слова и правду горящих глаз. Как ждал я тебя без сна, вспоминаю сейчас. И чтобы я мог дышать, ты выкрал последний бой.
точно стал самой яркой звездой. Отец, родной, ты здесь со мной, меня хранит мой белый ангел за моей спиной. Отец, родной, ты здесь со мной, я знаю. Родной, ты здесь со мной. Меня хранит мой белый ангел за моей спиной. Отец, родной, ты здесь со мной. Меня This is very emotional, and you see that also the persons that are there feel that emotion. And that on the picture is Egor's father. Егор, ну расскажи мне, когда ты впервые услышал эту песню, как тебе показал Ярослав? Ну, когда я ее услышал, я, конечно, был впечатлен. Она мне очень понравилась. В приватной беседе мы с ним обсудили разные моменты, разные тонкости переживания. Но поэтому, конечно, сдерживает себя. Вот. Песня, строчки пришли, я помню, я где-то в турах, как всегда, на своих концертах. И вот пришло. Бог подал написать песню. Сейчас ты еще больше узнаешь о Егоре. Мы отправились к нему домой. Посмотрите, как Егор стал для своей семьи настоящей поддержкой и опорой. I said that for sure he will start to support his family. Привет, папа. Не мерзнешь тут? Папа не стал в феврале этого года. Ему было всего лишь 37 лет. Когда папа уходил, он сказал то, что он должен защитить родину, семью. И то, что никто, кроме него, не сделает это. А в январе его отпустили в его первый отпуск, ну, и в последний, к сожалению. Он сделал сюрприз и приехал ко мне в школу. И это я даже папу, можно сказать, не узнал. Он как будто это... Сейчас... То есть он уходил весь такой побритый, весь такой, а пришел весь такой бородатый, похудевший. У него и со слухом проблемы были, заикаться начал. Про папу я часто думал. Но я еще не до конца смирился, то, что его нету. Я по себе скучаю. И как судьбина повернет, и кому как выйдет. 19 весны кто-то не увидит. Это мой дом. Это берез посадил мой папа, как только мы сюда приехали. Смотрите, какая большая уже стала. Дом мы сделали уголок, где хранятся вещи папы с боевых действий. Здесь кепка,
в которой папа всегда был на СФО. Тут сохранились его перчатки, на которых даже остался след. А еще я храню папин китель, который он носил в армии. Я часто одеваю китель, и чтобы посмотреть, сколько мне осталось в России, чтобы у меня этот китель был как раз. Перед тем, как уехать, он сказал: «Егор, ты теперь главный мужчина в семье, должен помогать и защищать свою семью». Здорово, дед. Привет, сыночка, привет. Это мой дед Николай Иванович. Это отец моего папы. Мы раскричались, кушать хотят. Давай покормим с тобой. Большое хозяйство, и гуси, и свиньи, и овцы есть. И зерно насыпаю, навоз убираю, и сено овцам даю. Все такое не веселое у меня. Мне очень больно видеть, что внук сильно изменился. I don't remember the age of Egor. But he is already a man. He's not a child anymore. Хотя вот сейчас ему исполнилось недавно 12 лет, но он себя ведет как взрослый человек. Себе тоже хочу пойти поступать, как мой папа. Я постараюсь стать военным и защищать свою страну. Вновь безумцы рвутся в бой, ротами безумцы лик, чтобы узнать про зренье боль. Не воюйте с русскими. Ты привез сегодня с тобой папину кепку, я вижу, да? Да, и перчатки. Какое хозяйство теперь на тебе там? Он справится. Конечно, слушай, он. Ты с мамой приехал? Да, она сидит в зале. Где мама? Мам, встань. И сестренка твоя? Я сам еще и сестра Маша тоже здесь. Молодцы, молодцы. Матушка Мария, а что вы пожелаете Егору? Я ему прежде всего пожелать хочу терпения, выносливости и честности. Обязательно. Андрей, а можно я поделюсь опытом, как это, когда вот папа уходит, Егор, и еще год не прошел ведь, да? Ты же плачешь. Ты еще плачешь, а потом ты перестанешь плакать. Но это тоже нормально. До сих пор и всю свою жизнь он будет рядом с тобой. И иногда ты можешь с ним даже разговаривать. Я со своим папой особенно активно разговаривала, конечно, в первый год. Все по-разному могут к этому относиться, но во сне очень легко разговаривать. Но в какой-то момент надо дать ему возможность идти дальше и становиться более самостоятельным. Ты уже достаточно самостоятельный, но дай себе возможность с ним еще побыть. Я думаю, что он тоже с большим удовольствием будет с тобой. Ну, давай споем This что-нибудь. Very, very emotional. Мне кажется, с гитарой ты должен сегодня что-то исполнить. Давайте. Давай. Ты папе пел на гитаре что-нибудь, когда он да. тебя купил? Да, уже пел? Давай, доставай, бери. То есть папа уже слышал, как ты поешь, да? Давайте споем «Давай за любое». Война. Кажется, что вечностью мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии нас убивает, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай, он молодец, конечно. Давай, брат, до конца. Давай за всех, кто с нами был тогда. Давай за жизнь. Давай, брат, до конца. Давай за маленьким папой. Ну хорошо, что дедушка есть, да? That's Egor's sister. Но ни для кого не секрет, друзья, что к нам в редакцию. And you see that Shaman really has empathy, and he feels for Egor.
Приходит огромное количество писем, и одно из них пришло к нам от родных и близких Татьяны Савельевны Гридневой из села Никольска Воробьевского района Воронежской области. Ей в ноябре месяце исполняется 100 лет. Ее мужу 94, Михаилу Ивановичу. И, конечно, такие цифры впечатляют. Эти люди 70 с лишним лет вместе. И нам стало так интересно, что корреспонденты отправились к Татьяне Савельевне, Михаилу Ивановичу. И сейчас мы увидим наших зрителей. Внимание. Я на улицу иду и гармошку беру. Запою на все село, чтобы вывесело. Меня зовут Татьяна Савельевна. Мне уже исполняется 100 лет. Мужу? Ну, с 30-го года. 30-го года, молодой. 95-й. Да. 72 года прожили, и на жизнь ничего не нажили. Конечно, в войну года, и после войны очень плохо питались. Знаю, правда, вот жили на диете. Лозы, тополя и из желудей котлеты. Выжили, слава Богу. 5 лет войны, 5 лет торха и 9 лет санитаркой медпункте тут. А остальные зиму телят стерегли, выхаживали телят. Я сама играла на гитаре, на балалайке, больше всего. And I see that this TV show is not only about music, it's about people. Не торчи дорожку зря, все равно любить не буду, мне не надо серебра. В 64-м году мы вошли в этот дом, но только он был не отремонтирован, а просто побеленный и все. Дожили, нажили 4 детей и повыросли. Как приедут, у нас тут хор большой. Развалюшку тут стояла, теперь построили дом. Тише ты, а Малаху привет, хай он там продолжает песни. Мне 17 ноября исполняется 100 лет. Пожалуйста, прошу, исполните мою любимую песню «Не для меня». Мне кажется, ты должен запеть, Ярослав, для Татьяны Савельевны, Михаила Ивановича. Соль, попробуем. Ой, не для меня придет весна. Не для меня тут разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом. I'm also born in November. Very, very powerful performance. Very emotional. And I'm happy for Egor that Shaman got involved and will support him, especially in his musical career. As I said, Egor is not a child anymore. He's the man. He's the man of the house. I hope you enjoyed it. I wish everyone to be well, to be safe, and to be free. Goodbye, my friends.